Дорогие друзья, все больше и больше приходит ваших просьб принять участие в наших образовательных программах. Но дело все в том, что любая образовательная программа, будь то, например, рукав реглан, вот который сейчас у нас идет, или будущие курсы какие-то по рубашечному рукаву, по мужской одежде, они все построены на определенной базе. И если вы эту базу не прошли, значит, вы не знаете технологии построения базовой выкройки. Все строится на ней. Поэтому все, кто желает принять участие в наших остальных образовательных программах, должны пройти курс «Ваша идеальная выкройка», построить свою базовую конструкцию, а также примерить ее и опробовать ее на каком-то макете. То есть должны пройти тот курс, который сейчас у нас, по сути дела, завершается, и только после него мы будем, видимо, с Леночкой его повторять, может быть, даже в индивидуальном порядке будем его повторять для каждого из вас. И только после этого вступительного первоначального курса вы можете идти с нами дальше. Надо сказать, что программа эта пользуется большим успехом, потому что она стала довольно-таки уникальной на просторах интернета. Дело в том, что мало кто проводит виртуальные проверки, мало кто умеет проверить ваши работы с помощью только визуальных инструментов, то есть посмотреть и не измерить ничего сантиметровой ленточкой, да, не провести реальную примерку. То есть, но тем не менее, как-то мы справляемся с этими задачами. Делаю это все я самостоятельно. Кураторов у меня в этом вопросе нет. Моя любимая помощница Елена, она только техническую часть обеспечивает всего этого процесса. Поэтому качество наших образовательных программ достаточно высокое. Если хотите принять в них участие, еще разочек повторяю, пожалуйста, пройдите на основу. Пройдите построение базовой конструкции плюс макет. Вот эти два блока обязательны для того, чтобы работать с нами дальше. Учиться простому, доступному, хорошему и точному крою на индивидуальную фигуру, какие бы они у нас ни были. Всем всего доброго. До встречи. Всегда ваша Галина Коломейко.